У вас очень сильный кейс. Она меня всю дорогу стояла, убежала, говорит, что Юль, вообще, ты можешь просто не волноваться. Вообще, ну при чем здесь это? Ну, серьезно, блин. Просто плати мне и все. Просто дай денежку. И не волнуйся. С такими, как ты, вообще работать одно удовольствие. Так, таких мы называем солоденьки. У тебя не было никаких аннулирований виз, тебя не депортировали из Америки, у тебя все четко, вообще просто никакого вранья, четкая история, все. Никакого вранья. Я стояла, я была, блядь, на 300% уверена, что сейчас мне просто говорят approve, и я довольная, блядь, еду дальше по своим делам. Я же уже тупа. По своим делам. Я хочу просто на фестиваль, я хочу просто на Burning Man, блин. Можешь поки съездить на фестиваль Burning S? My Burning S. Я хочу просто на Burning Man, блин. Я просто хочу попутешествовать. Не нужна мне нахрен ваша Америка, блин. Не собираюсь туда переезжать, ваши законы все изучать, платить вам 50% налогов со своих доходов. Пошли вы в... Да, Америка выявляется полна хуйня. Просто хотелось хоть раз поехать и подумать.